Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. У дремошки нет настроения, видно, у нее обострение. Не заходит кошки веселье, ей готовят новое зелье. Выпила, но не помогает, и опять слеза подступает. Кошка рухнула на кроватку и в подушку плачет украдкой. Нужно ее взбодрить, срочно развеселить. И друзья уже тут, к ней все толпы бегут, прыгают, дурачатся. Кошка как расплачется, не хочу я ничего, гонит всех до одного. А так где решила пойти к колдуну, отписала ему всю их с кошкой казну. Он по шару водил и на картах гадал, и дремушкину судьбу он предсказал. После дал так где и задание сделать кошке без нарекания сыворотку в этом уколе, чтоб не плакала она в боли. Прибежала к кошке подружка, та опять рыдает подушку. И вдруг скочит, ай, что так больно, куда где и лицо довольно. Тут и кошка ей улыбнулась, замолчала и потянулась. Думает, чего я рыдаю, а кто спас ее и не знает. Какая кошка-дремошка подкачала вечером ножки. Все в округе шеи свернули, чтоб увидеть, как та танцует. А так где я встала в сторонке, длинную надела юбчонку. Ножки прячет пухлые с детства, видит, с ней стоит по соседству. Хаген он завис и с криками кис-кис. Он на танцпол рванул, с кэтнэпой тусанул. А да где прячется, и вдруг как расплачется. К ней дремошка подошла и в качалку повела. Подружились они, взялись за тренажер, чтобы произвести на мальчишек фурор. Вот так где взялась за турник, но, увы, подтянуть смогла всего полголовы. Стала плакать, но тут кэтнэпа поругала ее за это и сказала ей не сдаваться. Сразу начала получаться, и прошло всего лишь немного. И да где из недотроги превратилась в стройную леди, стала всех красивей на свете. И теперь вдвоем зажигают на танцполе и не скучают. А мальчишки слюни пускают, подойти к ним как и не знают. Над котярой эксперименты ставит доктор очень секретный. Провода какие-то колбы подключил коту он и полбу. Дал ему, и тот отключился, через час уже изменился. Тело выросло и гигантом, стал он огроменным мутантом. Кресло он развалил, прибор все побил, доктор он к стене прижал, и как во сне. Кот растет и кренится, дом и все изменится. Развалился на куски, только это пустяки. Кот огромный взревел, доктор он поймал, и орет на него, чтобы он превращал его прямо сейчас же обратно в кота, а не то его прихлопнет без труда. Доктор бегает и хлопочет, и похоже, что-то находит. Пузырек котяре приносит, выпить его он очень просит. Выпил кот все сразу до капли, но случились новые травмы. Стал он очень злым, но огромный, он такой же и неуемный. Разгромил он все, что увидел, доктор этого не предвидел.
виден. Но вдруг кот уменьшился разом и исчез практически сразу. Здесь Спанч Боб ужасный живет, и тебя, конечно, найдет. От него не скрыться, если ты водится, он на сушу только не идет. Держит страхи весь подводный мир, уничтожил как-то пять верзил. Дом из ананаса там бывает часто, спит, пока будильник не звонит. На яхте одной картон стоял, воду глядел и случайно упал. И опустился на самое дно, тут совсем не страшно и светло. С рыбами играет и кидает песок, и попал случайно он с Спанч-Боба в блок. И не заметил и радостно в дом забегает, чтоб узнать, кто в нем. Дверь закрылась сразу за ним, и его скрутили. Очень-очень клон свой сделал довольно точный. И спустя
кнопочки нажимай, а потом залез в него даже и взлетел в опасном вираже. Прилетел он к Хаге довольный, дверь ему звонит бесконтрольно. Хаге ему открыл кот, его сразу сбил с ног, крыто в стену похлетел он только так. Киборгу так весело и накуролесил, он всю квартиру разгромил, Хаге зря ему открыл. И когда кот свалил, Хаге начал пыхтеть, над проектом работать и к утру успеть, сделать тоже себе супер-киборг-костюм. И придумал одну фишку его ум. Сделался он просто гигантский. Он пошел через стену, кот проснулся, врубил сирену. Хаге пофиг, он сломает, и костюм он уничтожает. Наггетс в цирк однажды пробрался, сразу там замаскировался. Шапку он надел, как упомнит, шагает в комнате темной, но тут дверь внезапно открылась, и рогата в нее валилась. Наггетс совсем не растерялся, на глаза ей сразу попался. Она его зовет, помни, бегом вперед. Там Джакс попал в беду, как-то застрял в пруду и не может выбраться. Там рыба-хищница хочет ногу откусить, их скорее уносить. Нужно Джаксу, он помни, на помощь зовет. Видел, как она плавала раньше, и вот помни, Наггетс стоит на краю пруда, и рогата его плюхнула туда. Как там плавать, Наггетс не знает, а еще он весь размокает и разбух, как мокрая губка. Джакс схватил рогату за руку, выбрался, а Наггетс не знает, что, но вдруг он чихает, и вода обратно вся влилась, тут же шапка с него свалилась. Джакс рогатый не понимает, помни где, и сразу сбегают. Ну а Наггетс вылез из пруда и пошел опять он кому-то. Как-то пожирать совсем не рад.
запретил он пялиться на него и сам ушел, ну а наш дальше пошел. И как только он наггетсы все находил, прогоняли его, он опять уходил. Не осталось совсем, кого надо найти, и не знает он, куда ему идти. Он сидит на улице ночью и вдруг слышит плач чей-то точно. Он идет искать, кто же это, и вдруг видит два силуэта. Наггетс там застрял под корягой, чуть не разломило беднягу. За руки другой его тащит, но достать не может и плачет. Наш бегом к нему помогает, корягу вмиг поднимает, и теперь втроем они ходят, и всех так.